Привет, меня зовут Стройкова Ксения, и я руководитель группы сегментирования аудитории в отделе анализа данных Mail.ru. В техносфере я преподаю курс под названием «Алгоритмы обработки больших объемов данных». Ни для кого не секрет, что в настоящее время каждый сервис и устройство генерирует огромное количество данных. Методы машинного обучения позволяют из этих данных извлекать полезные знания. В Mail.ru мы применяем алгоритмы анализа данных для показа релевантной и интересной рекламы. Всем привет! Меня зовут Шестаков Андрей, и я работаю программистом-исследователем в департаменте рекламных технологий Mail.ru. В нашем курсе мы научим основам машинного обучения. Расскажем о предобработке данных, основных задачах и, собственно, алгоритмах машинного обучения. Не забывая о теории, акцент в курсе делается на практику. Без программирования никуда. В основном мы будем использовать язык Python. На нем мы будем работать с данными, реализовывать алгоритмы и использовать уже готовые реализации. Полученные знания студенты применяют на учебных наборах данных, а в конце курса их ждет индивидуальный проект с реальными данными. Наш курс позволит разобраться с основами и стать базой для изучения более сложных методов машинного обучения, которые сейчас используются в машинном переводе, распознавании речи и компьютерном зрении. Машинное обучение – это очень быстро развивающаяся область, и если вы хотите стать востребованными специалистами, приходите на наш курс.